расширили грудные фломастеры. И были в этом королевстве принцесса. Ну, давай, тиши. Принцесса, принц и король. Ага. Ну, это вторая серия. А потом прилетела Баба Яга и забралась на замок и сказала: «Где вы будете покончены, я разрушу ваш замок». И она разрушила замок, и они все вместе заплакали. Но прилетел добрый дракон и своим огнем сделал новый замок. Пап, ну сейчас будет на включать мультик. И они жили тоже счастливо опять, но пришел к ним ослик и сказал: «Все равно вы будете покончены. Ха-ха-ха-ха-ха, я чую сама». И даже дракон не успел сказать, что он будет с ними всегда. Я буду жить с вами всегда. Сейчас сделаю новый замок. Он всегда будет добрый делать. Но все равно вы меня не одолеете. Сделаю Ларас и... Нет, он не смог, потому что у него огонь только делал то, что... Только вещи. А все остальное он не делал. И поэтому прилетела фея волшебница добрая. И расколдовала чары злой феи. Семен. Я буду с вами жить долго и вообще всю жизнь. Запутался. И да, и жили они долго и счастливо. А потом кого его защитили сразу? А нет, я вам покажу. И королева бамс. Все, ты превратился в обычную фигурку. Злой король. И все бам-бам. Ага, потому что они должны превратиться пока в обычных картинок.